Приветствую вас на канале Вика Пешер, вязание крючком и спицами. Сегодня завершающий отчет к совместному проекту 2.0 «Мою пользу». Вот и пролетело уже 2 месяца. Сколько было навязано носочков и пинеточек, я подведу итог, посчитаю и напишу в инфобоксе. А сейчас то, что доделалось наконец-таки, довязалось с предыдущего отчета. Во-первых, это вот эти замечательные желто-синенькие пинеточки. Их начала я вязать еще в августе и все никак не могла убрать кончики, сделать шнурочки. Наконец-то это случилось. И одна готовая пара хлопковых пинеточек вот у меня в наличии. Далее у меня была такая пара, ну, как была она и есть, связана в мальчиковом стиле с фетровой подошвой It's a boy. То есть это мальчик. И я очень-очень хотела связать такую же в девочковом стиле. И наконец-таки тоже это сделала. Вот она, готовая пара в девочковом стиле. Как видно, да, что это одинаковые модели. И подошвы тоже схожи, да? Только одна для мальчика, другая для девочки. Вот теперь у меня есть такой комплект в наличии. Вторая пара готовых пинеточек. Очень классные. Мне очень нравится эта модель. Как видно, я очень люблю рачий шаг. Не всем нравится такая обвязка, кстати, бывает, заказывают именно без обвязки на подошве. Но это тоже имеет право быть, кому как нравится. Мне нравится с обвязкой зрачего шага. Итак, вторая пара пинеточек в мою корзинку готовых работ. Также я довязала носки. В прошлый раз я показывала один готовый носок из остатков Ализе Лана Голд 800 и подмота бобинной пряжи с мясовки сиреневого цвета. И носочки получились такие нежно-сиреневого цвета. Вязала я их вот такой резиночкой в виде косичек. Закрывала звездочкой. Теперь пока закрываю носки так, чтобы запомнить сам прием. Ну, пятка здесь классическая бабушкина. Вот такие получились носочки. Примерно они 35-36 размер. Может даже до 37 растягиваться. В принципе, не очень хорошо. Очень классненькие, симпатичные носочки. Так, и еще из остатков все-таки я распустила ту пинетку с косой и связала полосатики такого цвета красно-розово-серого. Связала их резинкой 2х2. Вот такие вот они, носочки эти. Размер где-то на 4 года, ну, сынули моему как раз. Вот такие вот, такая резиночка 2х2, а подошва обычная гладью. Такие вот носочки получились замечательные. Так, ну, в принципе, пряжу я связала, эти носочки я уже показывала, которые я вязала. Желаю успехов всем участницам для того, чтобы спокойно завершить этап этого совместного проекта, чтобы ваши работы были доделаны. Фотографии мы отправляем в альбом группы ВКонтакте, где можно посмотреть все себе работы участниц. Ссылочка тоже в инфобоксе есть. Ну и
удачи в розыгрыше. И хочу сказать еще от себя спасибо этому проекту. Впервые я готова к осеннему сезону, когда у нас были холода, было время без отопления. Я спокойно надела свои вязаные носочки-следочки и прям почувствовала, что я молодец, приготовилась заранее. Навязала много-много пинеточек. У меня еще в процессе носочки в подарок. Но если этот проект будет продолжаться, может быть, туда эти носочки я там покажу. Нет, покажу в каком-либо другом видео на своем канале. Ставьте лайк, пишите комментарии, как вам мои работы, какие-то мысли возникают у вас по поводу этого проекта или по поводу моего участия в этом проекте. В общем, небольшая такая грусть, как всегда, когда что-то заканчивается, что-то приятное заканчивается, и хочется продолжения. Но, думаю, уже упорно носочные изделия я делать не буду, так как их у меня достаточно много. Но я не перестаю вязать пинеточки, носочки, потому что это один из ключевых товаров, который мне заказывают. Поэтому всем хорошего настроения, удачного завершения проекта и следим за итоговым розыгрышем, да, или следим, и теперь будем ждать результатов. Кто навязал, сколько навязал, какие работы понравились и какая мастерица получит подарок, награду за свои труды. Всем пока-пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и увидимся в следующем видео.